Европейские эксперты помогают Грузии бороться с киберпреступностью. 60 специалистов из 14 стран мира собрались на специальной конференции в Тбилиси. Главный вопрос повестки дня – информационная безопасность. Подробнее о том, как мировое сообщество помогает Грузии бороться с виртуальными преступниками, в материале Тимура Кигурадзе. В 21 веке обмен информацией происходит быстрее и проще. Новейшие информационные технологии охватили все сферы деятельности государства – от образования до обороны. Соответственно, на первый план вышла и защита электронных данных от атак, число которых растет с каждым днем. Грузия – не исключение. Киберпреступления участились настолько, что МВД решило создать и специальный отдел для расследования компьютерного криминала. Именно защите информации был посвящен семинар, проведенный сегодня в Тбилиси. Участие в нем приняли эксперты по электронной безопасности из 14 стран мира. Если раньше мы защищали здания, мы сегодня должны защищать ту информацию, которая у нас есть в электронном виде. Так что вот эта конференция поможет тому, чтобы была правовая база для этой защиты и те меры, у нас уже будут перечень тех мер, которые мы должны принять для защиты. Мы стараемся помогать грузинским властям в борьбе с киберпреступностью. Эта программа, которую организовал Совет Европы, основное внимание уделяла разработке соответствующего законодательства. Сегодня мы собрали экспертов из многих стран мира, которые поделятся своим опытом. Сама конференция, организованная при поддержке Совета Европы, часть программы, в рамках которой грузинские правоохранители знакомятся с опытом ведущих стран мира в сфере борьбы с киберпреступлениями. Довести грузинское законодательство до европейских стандартов – одно из важнейших направлений работы. Организаторы уверены, за преступления в виртуальном пространстве правонарушители должны получать вполне реальные сроки заключения. Среди партнеров Грузии по программе защиты информации такие государства, как Италия, Испания, Норвегия, страны Балтии, а также соседи по Южному Кавказу – Армения и Азербайджан. Вопросы, которые мы затрагивали сегодня, это борьба с преступностью, защита информации, противостояние спаму. Для этого нужно не только законодательство одной страны, но и международное сотрудничество. У киберпреступности нет границ. Опыт других стран, особенно стран-членов Совета Европы, очень полезен. И полезен этот опыт также для нашего региона, потому что киберпреступность по своей сути – это такая преступность, что требует усилий, работы не только одной страны, а различных стран. Америка оставляет за собой право военного ответа на крупномасштабное кибервторжение. Об этом сегодня в Вашингтоне прямо заявил замсекретаря обороны США. Для Грузии же защита информации приобрела особое значение после августовской войны. Тогда десятки грузинских баз данных были атакованы российскими хакерами.